его постоянного присутствия. А вы что думаете? Кто же прав? Может, мисс Ли, а может, преподобный Колвер? Здесь решать вам. Отправьте сообщение Ли или Колвер на номер 7892, чтобы отдать свой голос, и укажите свое имя, если хотите выиграть билеты на плей... Сидеть! До встречи, Найт-Сити! Пока! Мне надо выпить. Да блин, опять ворота заело. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо будет сказать пару слов начальнику. Отстой!
Кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Ханака Арасака прибыла сегодня утром в Найт-Сити на своем авиалайнере. Что же ищет в нашем городе дочь корпоративного магната? Приходится только гадать! Привет, Вим. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа в Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Би. Прошу
Shepard and mix it up! Полиция! Открывайте! Во, у тебя сегодня зенки красные! Тяжелая ночка. Это маленький Китай, Чумба. Если слишком громко, просто сунь в уши затычки и баиньки. Не в том дело. А что тогда, запах? Ну да, у вас там, конечно, народу битком. Но минут за 15 нос привыкает и... Да у нас там хрен один. Помер, короче. Чего? Это который? Ну, это... Спал все под дерюгой. Мы думали, он больной или слабый просто. Потом подняли. А там... Нет, все в порядке. Спасибо. Ищешь кого-то? When danger lurks, trauma team will be there. Sign up for our platinum plan. Because your life is worth it. 9999 trauma team. Thank you.
dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while you can. Куда пялишься? Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. When danger lurks, Trauma Team will be there. Sign up for our Platinum plan today, because your life is worth it. 9999 Trauma Team. Don't forget, you're worth it. Ульсан, за такую работу, брат, ты тупая? Думаешь, откуда такие цены? Радуйся, что только в руку. Какая красота! Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while you can. There's a cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head. Падай, сука, давай! Please press start. Make a selection. This machine accepts electronic. Так и покалечить кого можно. Эй, как дела? Нет. 14 не пойдет. Очень мало. Или подожди, 14 в день. Я все пытаюсь. Тут же другое дело. Мне надо это обсудить с компаньоном. А я его знаю, перезвоню. Мой папа сильнее твоего. Рот закрой, ворона ты. Тихо, ищешь у него в мозгу нужную нейронную связь. Чип. И никакой больше жестокости. Чип. И никаких мыслей о насилии. Так, глядишь, и нормальный человек выйдет. Жалко, тебе не поможет. Кромсай тебя, не кромсай, все равно фашистом останешься. Фашистом? Я очищу мир от плесени, а кто-то еще недоволен. И вообще, были же чипы, которые подавляли мысли. Разве кто-то жаловался? Интересно, как он справится с таким, как ты. Хочешь попробовать? Откуда он у тебя, Фред? Нашел на улице. Он так печально на меня смотрел, что я не выдержал. Приютил беднягу, накормил, приодел. Ну что за вопрос? Это армейский бот. Была хорошая сделка, мой Чумба докинул несколько полезных штук. Все дела. Ну, как твои дела? Сейчас бой начнется. Не хочешь глянуть, поучиться? Мэлоун против Эрнандеса? Наш хромовый друг не смотрит телек, да и не болтает. Он предпочитает общаться на языке кулаков. Давай попробуем. Легче на ногах. Голова все время в движении. Профессионально заняться. Я могу тебе устроить пару боев. Что скажешь? Ты сам выходишь на ринг? Теперь нет. Слишком часто получал по голове. Рефлексы уже не те, что прежде. Ну, говорят, Керезников хороший. Поставь себе. Да ну, лучше приберегу деньги. Мне все равно пора на покой. Ты говорил насчет боев? Ну да. Я видел тебя на ринге.
есть чутье, рефлексы хорошие. У тебя большие перспективы, особенно если модифицируешься. Эти бои, скажем так, не совсем законны. Но очень выгодны. Выгодно для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих. Врать не буду, как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Ну, понятно. Я буду надрываться, а ты Эдди грести. Но надо же мне как-то вертеться. Зато я тебе говорю честно, как есть. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь – получаешь весь банк. Если всех противников уложишь на лопатки, выходишь в финал. Все ясно? Абсолютно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в Капут. Я в тебя верю. Пора показать этому городу, на что ты способен. Что есть на продажу? Только лучшее снаряжение. Мировые новости на 54-м канале. Я Джиллиан Джордан. Привет. Время местных новостей. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. В честь него по улицам Найт-Сити проедут потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве, и представление традиционных театров «Но». Спонсором фестиваля является... Корпорация Арасаки. И, что не может не удивлять, сама Ханако Арасаки сообщила, что лично примет участие в параде Даши. Хочу от имени WNS пожелать вам веселого и мирного праздника. Повеселись, Найт-Сити. После паузы. Киберпсихоз — это миф или реальность? Узнаем.
Чего тебе надо, друг? В отчете все написано. Читал я твой отчет. Там почему-то не сказано, что я приказал тебе дельтовать. Да, надо было. Какая разница, что этот киберпсих был ходячим танком? Ты чем вообще думала? Забыла, что для этого Макс так существует? Там были гражданские. Мне что, надо было стоять и смотреть, как он их выкашивает? По сравнению с Макс таковцем. И ты, и я, и все остальные копы — это такие же гражданские. Вот когда нам дадут такое же оборудование, будешь геройствовать, сколько влезет. А пока не выпендривайся и выполняй приказы. Все ясно? Наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Как ты его уломал? Продался в рабство? Мы еще не доросли до тех, с кем Декс обычно работает. Мы с тобой нет, ты прав. А вот Тибак, она нас познакомила. Мы встретились. Ну и там я сразу понял, что заказ наш. Потому что я умею произвести впечатление. Скажи. Да, Джек, еще какое. Декстер Дешон. Давно не слышал этого имени. Рассказывай, что ты узнал.
Последние года два он не появлялся. На улицах говорили, что он на каникулах. Два года? Это изгнание, а не каникулы. Что он делал? Наверное, загружал в себя пиццу и наяривал на хардкорный верт. Главное, он вернулся и набирает новую команду. А мы свободны. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Эссе. Почему от меня-то? Вы с Тибак типа ни при чем? Тибак и Декс давно знакомы. Меня он уже видел. Сказал, осталось проверить только тебя. И дело в шляпе. Слушай, Ви, кто платит, тот и заказывает музыку. Ему просто нужны гарантии. Он нормальный мужик, серьезно. То есть выбора у меня нет? Так, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Я знаю, кто такие фиксеры. Они ищут того, кто выполнит их заказ дешевле всех, а потом выкидывают его труп на свалку. Вот именно, Ви. Как раз так и бывает. Gracias a Dios. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Так и так собирался к Вику. У меня свидание с Мисти. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Так оставлю. На нем ведь форма была.
пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Глаза. Точнее, не только вам! Кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать. Камеры окружают нас везде. Они есть внутри Мана. Вас. Наши радости, горести, вся наша жизнь. Спектакль для наблюдателей. Хочешь, зайдем. В чем дело? Тебе делать нечего. Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Я тут пока посижу. Нам с Мести надо поболтать. Ты сегодня веселый. Я всегда веселый. Надеетесь? Так жить легче. А если серьезно? Нас ждет очень хороший заказ от большой шишки из посмертия. О! Это будет что-то опасное? Меня-то. Ты здесь впервые? Llegaste hace poco? Вики, привет! Как твои? Суперские дела. Рад тебя видеть. Привет. Давно не видели. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Получил заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон. А, знаю, он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. Ага, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да?
Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой.
Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готов. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай, клади свою руку, игрок высшей лиги. Я не хочу ждать весь день. Вот так. Молодец. Ну что, сейчас обезболим, и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Тебе что, прямо в подробностях? Ты сейчас как стоматолог. Они тоже все время задают вопросы. Слушай, не издевайся. Я старый. А рука у меня своя. Скользнет еще. Сейчас будет темно, не пугайся. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу может быть неудобно, но там, знаешь, помехи, туман или там размытость. Ну как тебе? Все в порядке? Да охренительно! Ха-ха-ха, супер. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Там еще этот нейровирус. С последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил твой софт. Считай, официальная проверка антивирусом. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу, еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Иди, Дима. Покажи там всем. Только старика не забывай. Когда выйдешь там в свою высшую лигу. Блок ставь, идиот! Кто побеждает? Эрнандес.
Лет 20 назад этот слабак Мэлоун уже давно бы на полу лежал. А теперь каждая собака ставит себе защиту черепа. А это гасит 3/4 силы удара. Ты поставил на этот бой? Да нет, какой там. Я давно уж больше так, по привычке смотрю. Раньше было лучше? Как бизнес идет? Да знаешь, не жалуюсь. Корпораты ко мне теперь не лезут. Арасака снова набирает себе наемников. А значит, я тоже без работы не сижу. Повезло тебе с Мести. И помогает, и нытье твое терпит. Да, что сказать. С аренды я уж точно не прогадал. Вот именно. Думаю, мало кто в Найт-Сити может сказать про себя то же самое. Дожив до моих лет, неизбежно теряешь иллюзии. И жить становится куда проще. Но вы не властны над своими воспоминаниями, ибо не вы.